Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал усилить контроль за масочным режимом. Рекомендации Роспотребнадзора должны неукоснительно соблюдать в общественных местах. Глава Люберец Владимир Ружицкий проверил, как придерживаются этих правил жители округа. У входа в торговую точку каждого посетителя встречает охранник. Пройти мимо без защитной атрибутики не получится. В регионе вновь усилены меры профилактики коронавируса. Так, ребята, перчатки возьмите, маски одевайте сразу, кого есть. И кого нет, забирайте маску здесь. За время пандемии к этим фразам уже все привыкли, так же, как и к санитайзерам и разметке. Несмотря на временное послабление масочного режима в середине лета, в этом гипермаркете требования Роспотребнадзора соблюдаются всегда, начиная с марта. Все тележки, которые клиент берет при входе в торговый зал, они обработаны антисептиком. Мы это делаем сразу же после того, как клиент ее оставляет на парковке. И организуем выдачу таким образом, чтобы клиенты не имели возможности взять непродезинфицированную. Кроме тележек, в гипермаркете обрабатывают антисептиком все поверхности. От перил траволаторов до касс дезинфекция проходит каждые 2 часа. А машины для мытья полов курсируют по торговому объекту беспрерывно. Дежурный директор у нас контролирует в течение дня выполнение всех этих норм. Соблюдение норм безопасности не только под контролем руководства торговых точек, но и властей. В местах большого скопления людей начались инспекционные проверки. Каждый должен думать о себе и о своих близких. Думая о себе и своих близких, если вы поможете всем остальным как-то пройти этот этап пандемии, пока наши ученые работают и над вакциной, продолжают работать, и над медикаментами. Поэтому надо сохранить свое здоровье, стремиться самому. Еще одна мера профилактики распространения вируса – частичный перевод на удаленку. Работодателям рекомендовали отправить на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.